Здравствуйте, дорогие мои друзья, подписчики и гости канала. Сердечно поздравляю вас всех с Новым годом, со всеми январскими праздниками, с веселым временем, с прекрасным настроением. Желаю вам всех-всех благ, всего самого наилучшего, благополучия в семьях, мира, добра, веры, душевной гармонии, чтобы все-все у вас было в этом году лучше, чем в старом. А в преддверии старого Нового года сегодня будет видео о моих находках. И покажу я вам кофейные мокко-чашечки. Сегодня я должна вам показать 10 парочек. И поэтому сразу предлагаю вам настроиться на видео, потому что эти парочки мы с вами видим в последний раз. В первый и в последний, потому что они поедут в Россию, в город Санкт-Петербург. Также вы увидите здесь моих винтажных лошадок, винтажные свечи, свечи Летофания, ангелочков и, если вы помните, из последнего видео находка, ваза с улицы. Вот такая она красавица, и елочка ее только украшает. Чайные свечи Литофания вы видели в коротких роликах. Может быть, в прошлом году кто-то видел. Это изумительные чайные свечи из бисквитного фарфора с рельефным узором, который проявляется при подсвечивании их свечой или светом. И начнем вот с такой красавицы. Все чашечки размером почти одинаковые, 11-12 сантиметров блюдце, по основанию чашечка сантиметров 8 и высота 5, поэтому я не буду останавливаться на размерах, а просто вам расскажу самые наилучшие достоинства, которые есть у этих изделий. Начнем с этой красавицы. Чашечка прелестная, изящная кайма фиолетового цвета с красивой цировкой, люстровое покрытие, золото внутри чашечки и на блюдце. По краю чашечки с внешней стороны золотая деколь, то есть вот такая кайма и медальон в форме герба города Зальцбург. Похоже на ручную роспись, но я думаю, что все-таки это деколь с разрисовкой. Очень красиво украшено золотом, причем золота очень много. Блюдце тоже очень интересное, изящное. И здесь мы видим клеймо «Echt Gold», что обозначает настоящее золото, и аббревиатуру GVD, то есть немецкая аббревиатура, я точно не могу сказать, потому что не нашла все-таки никакой информации. И люстр мы видим здесь, техника люстровой раскраски берет свое начало со времен Древнего Египта, но свое распространение она получила во время расцвета эпохи модерна. И благодаря используемому люстровому покрытию мастерам удается передать все оттенки и переливы краски. И люстр имеет
достаточно богатую цветовую гамму, золотистую, медно-красную, коричнево-оливковую и фиолетовую. Чашечка, вернее, парочка, это антикварная. Думаю, что она 50-х годов. Коллекция мне попалась в количестве 21 штуки. И я не любитель мокко-чашек, но, конечно, с удовольствием купила эту всю коллекцию. Но, к сожалению, должна с ней расстаться. Еще одна кобальтовая красавица. Посмотрите, какая она вся яркая. Имеет два клейма. Это ручная работа. Тут даже написано Hunter Byte. Вот одно клеймо Barreuter и клеймо декоратора Royal Porcelain, то есть королевский фарфор, Германия. Кофейная парочка очень яркого синего цвета, такой насыщенный кобальт. Круглое блюдце, изящная чашечка, тонкая ручка. Утонченная юбочка и нежные букетики золотом по всему изделию. Посмотрите, какая это красота и нежность. Чашечка декорирована также картинкой-медальоном с видом сельского домика. Типичный немецкий пейзаж. И это город Визенштайг, земля Баден-Вюртемберг. Мне нравятся сами картинки. И посмотрите, здесь тоже. Здесь уже точно ручная роспись. Вот. Вот тоже здесь два клейма. Клеймо на фарфоре и Royal Porcelain Германия, Бавария, номер 10. Сегодня не очень удобно снимать, потому что у меня тут не приспособлено для съемок сегодня. Эта солнечная парочка для мокко похожа на солнышко или на подсолнух, так как декор – золотая сеточка в форме лепестков. Это я так вижу. Мне напоминает это цветок. Белая чашечка украшена медальоном с видом города. Город называется тоже Визенштайг. Это уже вторая чашечка оттуда. С надписью здесь вот видимо 592-820 метров над уровнем моря. Декор такой очень популярен для курортных городов Германии. Городской пейзаж, старинные немецкие дома. Внутри золотая серединка и по краям такие же лепестки, как на блюдце. Тоже очень нарядная ручка, покрыта золотом. Форма у чашечки классическая. И с внешней стороны проходят тоже еще три круглые полоски.
прелесть, не правда ли? Очень яркая и необыкновенно солнечная, радостная чашечка. И посмотрим на немножко другую парочку, другой расцветки, чтобы вам не было так скучно. Вот такая красотка. Прелестная парочка, стиль барокко. Богато покрытая золотом со следами патины. Крупная оцировка. Витиеватый узор с завитками и розами. Сама нежность. Внутри чашки полностью узор повторен, как на блюдце. Дополнен мейсонским букетом. Букет, по-моему, ручной росписи, потому что видно штрихи краски. С внешней стороны чашка белая и украшена мини-букетиком. С обеих сторон. Тоже очень достойная чашечка. И блюдце очень красивое. Смотрите, какая оцировка здесь. И это мануфактура Винтерлинг, Бавария, Германия. Судя по всему, надпись очень на клейме интересная. Винтерлинг, сама буква В мне ни о чем не говорит. Только думаю, что это старенькое. Почему-то я не нашла такое клеймо. К сожалению, оно мне не знакомо. Информации в моей книге нет, но чашка уникальная. Она очень красивая, очень такая романтическая, очень нарядная. Ручка удлиненной формы, покрыта золотом до середины. Вот. И край чашечки подчеркнут золотой ниточкой. Чашки поедут к покупателю, которая попросила сразу 10 пар. Поэтому, конечно, цена для нее. Я сделала скидку. А в общем-то, цена мука парочек меня удивляет, потому что многие пары, особенно редкие, доходят до 5000 рублей. За изделие. Еще одна восхитительная антикварная парочка. Давайте сразу посмотрим на клеймо, чтобы я не забыла. Это старый Миттертайх номер 40. Такое клеймо относится к периоду с 31 по 45 год. И удивительно, что такую красоту создавали в военное время. Здесь тоже стиль барокко. Смотрите, какая волнистая юбочка, облитая золотом. Простая форма чашечки с изящной ручкой. Смотрите, какая ручка. Блюдце круглой формы, без излишеств. Ну какой декор с внешней стороны. Посмотрите, какая это красота. Мейсонские букетики по кругу. Витиеватые веточки. Мостики. Много золота. Хотя золото не разрешалось в военные годы. Но изделие украшено. Подчеркнуто. Красота букетов всего рисунка и небольшой штрих кисточкой на ручке, чтобы ей не обидно было, видимо. Белая чашечка и очень красивая юбочка, и в целом очень яркое изделие получилось.
на мой взгляд, одна из лучших пар. Очень красивая. А теперь внимание, еще одна антикварная красавица. Сразу посмотрим на клеймо. Красного цвета клеймо ставилось, считается антикварным. И здесь у нас надпись. Здесь надпись, вот, видно. Да, плохо видно, потому что много бликов. Сейчас, минуточку. Настроим. Вот, Importe de Saxe Deutschland. Importe de Saxe Deutschland. То есть, это импорт саксонского фарфора. И перед вами самый настоящий порцелан, из которого, как многие знают, производились изделия мейсонского завода. Посмотрите, какая красивая кобальтовая кайма, украшена изящными листочками, рельефный рисунок по всему блюдцу. Изумительная, тоненькая, нежная. И тут написано Veritable de Saxe Porcelain Deutschland. То есть настоящий саксонский фарфор. Вот. Внутри она такой же каймой украшена. И медальон. Да, это очень легкий, тоненький фарфор. Медальон с романтической сценой. Рисунок деколь. Здесь две дамы играют с ребенком. Это времена модерна, 19 век. И снова широкая кайма из кобальта с золотыми листьями. Очень приятная чашечка. Прям боишься в руки брать. Ручка тоже треугольной формы. Вот такая антикварная красавица. Да, друзья, я еще не сказала вам про клеймо. Смотрите, здесь мы тоже видим два клейма. Клеймо мануфактуры и клеймо декоратора. Вот, сейчас видно. Это Барёйтер. Правильно называется Барёйтер ГМБХ. Клеймо относится к 60-му году. И клеймо декоратора Визау, город Шонхайт. А может, это фамилия Шонхайт? Скорее всего, это фамилия Шонхайт и компания, потому что, видите, аббревиатура здесь Шонхайт. Первая буква и начальная компания. Пожалуй, эта чашечка тоже очень редкая. Конечно, покупатель выбрала самые красивые, самые ценные чашки, потому что цена ее устроила. Вот перед вами еще одна антикварная красотка от мануфактуры Оскар Шалер и последователи. Здесь стоит клеймо Оскар Шалер, он ком. И компания, вот Бавария. И мы видим отметку, что это Эльфенбайн порцелан, что обозначает это костяной фарфор. Посмотрите, какая тоже красоточка. Какие розочки, какие букетики. Какая кайма с виноградными листьями. Серединка
оформлена одним букетом, и остальные букетики идут по кругу. Чашечка тоже удивительно красивая, очень интересная. Золото очень обильно нанесено. Оно прямо такое выпуклое. И такая милая серединка у чашечки с цветками. И кайма. Очень красивая кайма. Вообще изделия Оскара Шалера все реже и реже встречаются на рынке. И год основания мануфактуры 1882. И просуществовала эта мануфактура до 1917 года. Поэтому, представляете, найти такую красотку с таким клеймом, это поистине большая удача. Все чашечки я еще покажу в коротких роликах, поэтому еще будет время ими полюбоваться. Далее нас встречает вот такая благородная красотка. Благородные оттенки темно-синего кобальта и золотого. Сочетание таких красок делает изделие изысканным, неповторимым, блюдце с волнистым краем, который подчеркнут волнистый, тоже повторяет волнистый край золотом. Немного потертости. В середине два золотых кольца. Потертости не трагичны, потому что я думаю, что чашечкой совсем парочкой не пользовались. Очень жалко золото, которое внутри. Смотрите, здесь немножко потертости по краю, сход золота. И снова изделие простой лаконичной формы. Золото лишь оттеняет кобальт, делая декор законченным. Ну вот чашечка. Какая же она золотая. Ее просто окунули в золото. Скромно-рельефная веточка. Она выпуклые листочки у нее. Прорисованы какие-то листочки. А сами. Она даже не имеет ни цветка, ни бутона. Единственное, что у нее высветлены светлые кобальтовой краской листочки и сделано несколько штрихов золотом. На юбочке тоже щедрая линия золота, волнистый край. В общем, изумительная чашечка. И здесь нет клейма, только ручная надпись «Echt Kobalt», то есть настоящий кобальт. И клейма здесь нет, поэтому про мануфактуру сказать нечего. Но тем не менее, она изумительная. Любители кобальта это оценят. Друзья, осталось еще две парочки, поэтому досмотрите до конца. Сейчас будут самые интересные. И следующие две красотки тоже антикварные, но и очень редкие. Не зря я перевернула вам сразу показать клеймо. Мне такое клеймо встречается впервые. И вообще было интересно изучать все новые клейма. Это клеймо декоратора Йозефа Кубы, город Карлсбад. Город Карлсбад. Клеймо, конечно, смазанное, но это и понятно, что это издержки времени. К
Как мы знаем, Карлсбад в Чехословакии. Сегодня он носит название Карловы Вары. Фирма была основана в 1900 году. После Второй мировой войны переехала в город Визау, Германия. И это было в 1947 году. И именно это клеймо уже Йозеф Куба ставил на своей мануфактуре. Кофейная пара декорирована сценами полотен Фрагонара. Всем нам известные романтические сцены свиданий возлюбленных и так называемые музыкальные приемы. На блюдце широкая кайма из таких сценок, мятного цвета серединка. Вот видите, всякие разные, можно разглядывать бесконечно. И обрамлено, кайма вот это с цветочками мятного цвета. Само блюдце волнистого края, рельефы. И на чашке идентичный рисунок снаружи по всему изделию. И золотая разрисовка, конечно, она в отличном виде. Вот такая тоже антикварная красоточка. Ручка тоже очень красивая, изящная, богатая на золото. Вот такая красоточка. Вы, наверное, думаете, зачем я расстаюсь? Как жалко расставаться, но вы же знаете, понимаете, каналу моему уже 5-й год, и сколько можно покупать. Но чем ты больше узнаешь истории мануфактур, тем больше влюбляешься в фарфор. Поэтому все покупать невозможно. А тем более не пользоваться этим, а хранить, мне кажется, не имеет смысла никакого. И посмотрите, вниманию вашему предоставлена вот такая необыкновенно интересная пара. Парочка даже ее называем мы. Вот. Красивой шестиугольной геометрической формы. Я вообще не встречала еще таких интересных. Тоже декор вот такой же из медальонов. Такой цветок на блюдце. И клеймо, оно просто уникальное. Во-первых, здесь мы видим синенький вот этот голубенький улей. Улей относится к 30-м годам. И второе клеймо. Карлсбад порцелан тоже. То есть Карловы Вары, чешский, чехословацкий фарфор. Да, плохо видно. Вот Made in Czech Republic, по-моему, написано. Вот. Очень старинное клеймо. Чашечка изумительная. Посмотрите, какая у нее форма. Тут тоже клейма повторяются. Ярко-синий кобальт. Так, это откуда-то мушка взялась. Смотрите, какая. Это, наверное, с ветки. Такая красотка. Просто глаз не отвести. Тоже здесь 6 романтических сцен и внутри, на блюдце и на чашке. И внутри еще на чашке надпись настоящей
Карлсбад. Тоже этот был очень известный, видимо, фарфор костяной, тоненький-тоненький, белоснежный. Вот такая вот красота. Ну как же из нее кофе пить? Конечно, ее будешь беречь. И она, естественно, была в чьей-то коллекции, которую мне повезло купить. Вот такая очень достойная парочка. На этом, друзья, я благодарю вас за внимание, за то, что вы посвятили моему ролику, если досмотрели до конца, свое золотое время драгоценное. И еще раз полюбуемся на коллекцию. Кто-то получит 10 прекрасных кофейных мока чашечек. Они у меня все пронумерованы, но тем не менее какая-то одна из наиболее красивых все равно, наверное, вам запала в душу. Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Я вас благодарю, крепко обнимаю. Всего вам доброго. До новых встреч, которые у меня сейчас стали такие редкие. Ну, думаю, что все друг друга понимают. У каждого есть личное время, есть или нет его вообще. Благодарю вас за просмотр и желаю вам дальнейших прекрасных праздников и веселой встречи Старого Нового Года. Пока-пока!